Учебный центр ВВС в Сызрани получил на вооружение 5 новых вертолетов. Теперь курсантов будут обучать на многоцелевых К-226 и учебно-тренировочных УНСАТУ. После того, как молодые летчики освоят эти машины, им предстоит управлять легендарными аллигаторами и черными акулами. Как сообщили в Минобороны, нынешнее пополнение вертолетного парка в Сызранском центре лишь начало. До 2020 года авиабаза получит еще 40 К-226. На данный момент прибыло 3 новых вертолета, да, К-226. Планируется прибытие еще 2 вертолетов. То есть это вселяет надежду, что наше дело не загибнет. Пока тем более есть еще кадры, которые могут передать свой опыт и научить чему-то молодой личный состав. Потому что большая часть эскадрильи — это молодые летчики, так сказать, неопытные лейтенанты, которых также надо научить, прежде чем они будут кого-то учить.